и тем, кто за рулем, и тем, кто работает с пассажирами. В Самаре не снижаются темпы вакцинации от коронавируса. Повышенное внимание уделяется работникам общественного транспорта. Сотрудникам транспортной сферы предписано вакцинироваться согласно постановлению главного санитарного врача Самарской области. Вакцинируют на предприятии и по месту жительства. Приглашают на процедуру и в областной дом профсоюзов. Вакцинация у нас по поручению оперативного штаба выстроена очень системно. Мы обобщили лучшие практики стимулирования работников к проведению вакцинации, направили во все 2500 первичных профсоюзных организаций на территории Самарской области, организовали мобильный пункт вакцинации. Ну, а транспортная сфера – это, конечно, основной вид деятельности, который обеспечивает жизнедеятельность города Самары, поэтому те, кто за рулем, те, кто обслуживает, работает для пассажиров, они, конечно, должны быть привиты, вакцинированы. Перед прививкой обязательные консультации и осмотр врача. Измеряют давление, определяют показатель насыщения крови кислородом, собирают данные о перенесенных ранее заболеваниях. На самом деле это очень удобно, все централизовано, организовано. Сегодня запланировано более 25 человек с транспортного предприятия и с единого оператора. У нас уже каждый третий на предприятии поставил прививку. Кто-то ждет ревакцинацию, кто-то по медотводам ожидает опять же там своей очереди, но все очень активно реагируют. Аналогичные профилактические меры предприняты и другими перевозчиками, а также профильным департаментом, где количество привитых и имеющих иммунитет COVID-19 перевалило уже за 80%. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.